Блажение давать, чем принимать, и рассуждать о пользе больше не пытайтесь. Не только про родных детей, отца и мать, и в отношении многих мы очень часто тати. Во всем, что с нами, к нам или от нас, тянет нити к нашей общей пользе. Кто нам помог, в нужде и в счастье спас, не сразу высветится, а осознаем после. Пусть стал отшельником, не нужен никому, но ты-то кем-то был рожден, воспитан. Что от тебя грядущее во след возьмут, чей родничок твоей рекой подпитан. Не скажешь же, что сам все изобрел от азбуки до речи до прямохождения. Должны быть горы, чтобы жил орел. Никто сам по себе, ни человек, ни демон. Все члены тела и в душе таланты в себе раскрой, умножь среди базара. За свет, за воздух, воду кто заплатит? Для чрева нам Господь растит и жарит. До потрясения дойдешь при размышлении о всех, кому обязан, где ты в долг залез, а я кому пошу, не заржавел лемех. Кому взрастим, пусть деревце не лез. Кому облегчил путь при непосильной ноше, и чьи уста наполнил гимном словословия. А может, Господи, уставший мною брошен? Удобство ради слышанное на себя примерим. Пощиловал полвека, другим готовил пищу и распаковывал склады древнейших книг. Теперь нуждающихся в интернете ищем, у всех живущих где-то расставание миг. А благодетельствуем всех, кто пожелает, расслышать все, заморенное в храмах, иначе участь будет с левыми козлами. Все на отдачу в нас заложено программой. 26 мая 2009 года.